День добрый. И снова новости. Я чувствую, я, наверное, поднадоел каждый день с этими новостями, но я просто обязан поделиться тем, что я на данный момент делаю, сделал. В общем, встал я сегодня с утра. А, как говорится, утро вечера мудренее. Это не раз уже доказано в моей личной практике. Я так подумал, но вот получит человек клинышек, который с неровной заточкой, который не будет прорабатывать, то есть вообще от и до, ну, то есть удовольствие-то уже не то. Я так вот подумал и рискнуть решил шлифануть лезвие по стандарту, то есть как я это обычно делаю. А это поперек. Вот что я в итоге сделал. То есть травить сейчас уже нет смысла совершенно. Думаю, оставлю вот таком вот их, в таком вот их виде. Но зато сейчас они уже в таком состоянии, что они уже вот сейчас можно тест на волос проводить, и все будет хорошо. Хотя с анодом и заточку надо сделать, чтобы просто обозначить, что она есть. А так, по сути, они уже острые. Как они должны, в принципе, изначально быть эти клины. Поэтому я считаю, что предыдущая моя работа была ошибкой. Ошибка недопустимая. То есть кое-как лучше не делать. Или лучше вот, или испортить, то есть рискнуть испортить. Но в то же время с надеждой, что что-то выйдет. И у меня получилось это. Я, конечно, переживал, что что-то не выйдет, что-то там как-то пойдет наперекосяк. Ну вот, в общем-то, все получилось. Как-то показать все сразу, чтобы резкость не убежала. Ну, в общем, вот так вот. Мне кажется, там видно нормально. Немножко поближе стал снимать. Иначе мне не нравится, как там свет падает, как там видео передает. Вот так я их решил оставить. Сейчас укусит еще добавок. Вот такие вот клины. Заковыми вышли, в общем. И вот только после вот этого момента я все-таки... Что такое отражение так падает, интересно. После этого момента уже спокойной душой смогу взяться за изготовление оправ, которые я вчера нарисовал. Нарисовал я вот так вчера. То есть самые подходящие размеры, форма для вот этих клинов. Итак, одна будет из зерикота, потому что у меня закончилось там всякое разное дерево. Это вот я нашел из старых запасов. Это мореный граб. Граб мореный. Из него сделаю. Так, их 4, как раз на все выходит. Это вот из-за амаранта. Сиреневого, того самого. Хочется мне его опробовать, как он вообще. И вот вторая тоже из амаранта. То есть из древесины амарант, если правильно так сказать. Ну что ж, вот теперь все. Вот теперь с новостями точно все. Как я буду оправы делать, мне кажется, сегодня уже показывать не буду, потому что сегодня мало что успею сделать с ними. Это тут долгая история. Поэтому я сообщил. То есть даже, можно сказать, поделился
радостной вестью, что я смог их исправить. Исправить хорошо. Единственное, что мне вот этот клин не нравится. Сейчас покажу, чем. У него ширина, видите, кончику уменьшается. Вот единственное, что меня немножко не радует. Но зато острие равномерное, четкое, точное. Ну там вообще прям, не знаю, полмиллиметра даже нет. Ну на глаз видно, а остальные нет. Все чинно, все чинно. Все. Спасибо за внимание. Ну, там уже, наверное, буду показывать готовые бритвы. Скорее всего, в следующем обзоре. Не буду вас мучать своими тут этими видеовыходками. Поэтому всего доброго. До свидания. До встречи.